приветствую вас, дорогие друзья, гости и подписчики нашего канала. Сегодня рад представить вам премиальный английский караван Eldis Affinity 574. Данный караван 2016 года примечателен тем, что у него есть система отопления Alde, более комфортная по сравнению с другими системами. Караван растаможен, находится в Санкт-Петербурге. Я не на 11, а шоссейная 50А. Прицеп с планировкой на четверых людей, то есть на 4-5 человек, 4 плюс 1, две раздельные кровати. В задней части еще туалет полностью раздельный, в передней части два дивана по классике английских прицепов. Что касается массы данного каравана, его масса максимально 1 тонна 100 килограмм. Будем сейчас переходить непосредственно к самому обзору, так как на превью сама планировка. И, в принципе, что вас ждет, вы уже поняли, я думаю. Поэтому начнем обзор именно с передней части. Прицепное устройство у Eldis идет Winterhoff VS3000, накатные тормоза. Также есть IDC, то есть это вспомогательный элемент, помощник в движении, что-то вроде ITC, что и делает Алка. Это аналог, тоже довольно качественный. Ручной тормоз, 13-пиновая розетка у данного прицепа имеется, вот так она выглядит. Далее колесо для того, чтобы можно было поднять прицеп на нужную высоту, чтобы без проблем его надеть на фаркоп нашего автомобиля. В передней части находится бардачок с местом для хранения газовых баллонов. Два баллона ставятся сюда без проблем на 27 литров. Шланг на с английского редуктора на наши баллоны и на европейский от производителя GOG уже стоит здесь. Вот он новый абсолютно. Уже поставили сюда, в комплекте идет. Насос-помпа также идет здесь, в данном прицепе. Используется он, конечно, немного не здесь, но лежит непосредственно тут. Справа и слева есть место для хранения каких-либо вещей. Сюда много не грузим. Желательно ограничиться 60 килограммами примерно. Что еще хочу сказать по преимуществам данного прицепа. Он собран по системе Solid, что расшифровывается по словам непосредственно самого производителя, что это прицеп более крепкий, сухой и легкий. Если дословно перевести каждую букву, Strong, Light и Dry, что в переводе как раз означают эти слова. Dry – сухой, Strong – крепкий, сильный и Light – легкий. Что касается еще данного прицепа, в задней части мы видим отсутствует окно. Сюда можно повесить велодержатели. У данного каравана 4 лапы, 2 спереди, 2 сзади. Сейчас стоит на одной лапе, этого достаточно, чтобы я зашел в прицеп и не перевернулся, когда буду делать данный обзор. Еще вернемся к той части. По правой части, по ходу движения, мы видим кассетный биотуалет находится в задней части, так как сам туалет находится, собственно, в задней части. Сливные выходы грязной воды находятся с правой стороны. То есть вот они таким образом выглядят. Соответственно, если мы сейчас запустим с вами воду, вода просто грязная отсюда потечет из раковины, из душа нашего. Чтобы этого не происходило, нужно подставлять какую-то емкость, чтобы собирать грязную воду с собой. Резина R14C у данного прицепа, амортизаторы стоят алковские. Выход холодильника на правую сторону. Холодильник Dometic работает от газа 220E12. Внутри про него еще поговорим. Подключение водоснабжения осуществляется здесь. Вот сюда как раз вставляется насос, который лежал в бардачке. С помощью помпы у нас закачивается вода в прицеп по всем нашим системам, таким как душ, раковина. Вода будет выходить с помощью кранов. Если мы хотим установить бак вовнутрь, такая возможность тоже есть. Устанавливается бак на 75 литров под одной из кроватей в передней части. Это позволяет нам иметь запас воды всегда с собой. Стоимость услуги 15 тысяч рублей, по времени в районе 2 часов, и у вас бак будет стоять уже в вашем караване. Выхлоп системы отопления Alde. При работе от газа, а наша система Alde работает и от газа, и от 220, при работе от газа отсюда будут выходить выработанные газы, соответственно. Это плюс еще индикатор того, что Alde у нас работает от газа, если отсюда будет идти характерный звук и выхлоп, собственно. В систему Alde входит как и подогрев воды, так и отопление самого каравана, что немаловажно. Сейчас мы с вами пойдем вовнутрь, еще по Alde поговорим более подробно.
На входе у нас обычная дверь, на две части делится с замком. Также на ней есть окно открывающееся. Так, пока они ушли вовнутрь, еще расскажу про ниши. Здесь мы видим подключение 220, здесь же стоит аккумулятор. Пришел данный аккумулятор в данном прицепе, специальный для караванов, мы видим, для яхт и автодомов. Это даже по рисунку видно. Рядом есть ниша под одним из диванов. Сюда можно положить какие-либо вещи, но если мы будем ставить бак, то, скорее всего, это место он и займет, потому что с другой стороны стоит система отопления Альдо, стоит пакетник, то есть стоит зарядка аккумуляторная. Ну, соответственно, там меньше места поменьше. В задней части под одной из кроватей также имеется ниша для хранения вещей. Тут мы видим, лежат коврики оригинально от данного прицепа, которые как раз, скажем так, по рельефу данного прицепа, по конфигурации подходит именно ровно ложаться, без каких-либо зазоров и так далее. Доступ к нише есть и с той стороны, то есть я имею в виду, и как снаружи, как мы сейчас видим, и внутри, если зайти в прицеп и поднять кровать легким образом. Все, теперь точно все. На входной двери есть фиксатор, вот, чтобы дверь не билась, можно зафиксировать, соответственно, дверь не будет никуда дергаться, в случае, если будет порывы ветра, ну или просто по какой-либо причине, ну, вы меня поняли, я думаю. Так, планировку оценили на превью, поэтому приступим сразу к обзору более подробному. С левой части относительно входа, точнее в передней части, если правильно сказать, мы видим два дивана, 1,65 м длиной один диван и 1,65 м второй диван. Они раскладываются у нас в большую кровать с помощью ламели, которая выезжает посередине. На превью это также показал. Помимо этого, в данной зоне отдыха можно разобрать столешницу. Столешница выдвигается вот таким легким образом. Плюс, помимо этого, можно установить еще дополнительный стол, который лежит в данном прицепе раскладной. И здесь уже можно вместиться без проблем вчетвером, впятером, шестером, я думаю. Без проблем можно вместиться здесь. Что касается освещения, 12-вольтовое освещение практически все. Это светодиодные лампочки, 1-2. Повыше это обычные 12-вольтовые. Здесь мы видим панорамный люк, тоже для освещения, к освещению относится. LED-подсветка слева и справа. Панорамный люк закрывается солнцезащитной шторой. Также у него есть и москитная сетка. Вот таким образом она выезжает. А сейчас мы не будем закрываться, чтобы света было побольше в караване, хотя его слишком много, наверное. Сделаем вот таким образом. Это тоже добавляет немного... убирает немного света лишнего. Что касается еще данной комнаты, ну, я рассказал уже, что система отопления Альдо находится здесь, сам блок, куда скапливается вода, то есть благодаря чему все работает. Управление Альдо находится рядом со входом. Мы можем запустить с вами таким образом, перезапустим сейчас Альдо 3010. Вот, заходим в меню. В принципе, блок управления крайне прост, управлять совершенно несложно. Здесь мы выбираем, что мы будем делать. С вами мы решили поставить температуру в караване, догреть его до 26 градусов по Цельсию. И выбираем источник. У нас есть два варианта, либо три варианта, точнее. Либо это 220 в трех режимах, либо это газ, либо это комбинированный вариант. То есть в таком смысле можно поставить тоже в таком виде. И у нас будет работать и от газа, и 220, выбирая по преимуществам, то есть по приоритетам, точнее, прошу прощения. Так, чтобы подогреть воду, нам нужно здесь включить. Также выбираем режим, от чего мы будем питаться. Источник подогрева воды будет 220, газ, либо комбинированный режим. Вот, соответственно, нам вода сейчас не нужна. Здесь же также есть дополнительные настройки, таймеры, зимние режимы и так далее. Все это можно изучить самим, либо у нас на стоянке при расчете мы вам все покажем, расскажем непосредственно перед покупкой. Раз уж мы начали говорить про управление, здесь я расскажу, что также есть включение насоса помпы, включение общего питания каравана, чтобы у нас все работало от сети. Здесь включение освещения в разных моментах, в разных местах каравана, вот, например, и здесь тоже. Полочки, место для хранения вещей есть и по верху, и по низу. То есть здесь можно положить какие-либо вещи, вот,
места предостаточно, я считаю, в данном прицепе. В принципе, как и в других. Здесь мы видим магнитолу. Здесь есть также трума, контроллер для солнечной батареи. И, соответственно, солнечная батарея в данном караване тоже присутствует. Закрываем датчики. Что касается датчиков над головой, в необычном месте относительно расположен датчик на угарный газ. Он здесь расположен в рабочем состоянии. Так, по данной зоне отдыха, я думаю, все сказали. Что касается еще мест тут интересных. Тут есть полочка для телевидения. То есть вот мы видим еще полку для, так скажем, предназначенная для бара. Здесь можем подключить телевидение от 12 вольт, от 220 ТВ антенну подключить можно. Вот. Ну и, соответственно, место для телевизора находится именно здесь. На входе, кстати, москитная сетка. Забыл ее показать. Вот она выдвигается полностью до конца на всю ширину двери и на всю высоту, соответственно. Что касается кухонного блока. В кухню у нас можно отнести, в первую очередь, холодильник. Холодильник работает как от газа, так и от 220 и от 12. Сейчас газ не подключен, соответственно, если я включу газ, через какое-то время выдаст мне ошибку. Сейчас я подключил к сети, то есть от 220. Вот мы видим, сразу загорается такая подсветка, скажем так, синя-фиолетового цвета, что-то вроде того. Выше морозильная камера, она съемная, тут даже вот на картинке показано, что можно увеличить пространство нашего холодильника, сняв эту морозильную камеру. От 12 холодильник работает при условиях, если у нас в машине 13-пиновая розетка, если мы предварительно его охладили с помощью сети либо газа. Соответственно, после этого мы уже сможем без проблем воспользоваться им и от 12 вольт. Он будет просто поддерживать ту температуру, которую мы задали. Четырехконфорочная газоэлектрическая плита также относится к нашему кухонному блоку. Здесь три конфорки газовые, две из них одинакового размера, и одна электрическая, которая работает от 220. В данном прицепе также имеется гриль и духовой шкаф. Они у нас находятся ниже, от производителя Tedford. Собственно, производители как Tedford, так и Dometic, они между собой очень похожи, поэтому приоритетов каких-то выбирать, я думаю, приоритетов никаких нет. Поэтому выбирать по производителю холодильника, в принципе, я думаю, не стоит. Раковина, пластиковая раковина, металлическая раковина с горячей холодной водой, благодаря нашей системе Alde, которая будет греть и воду нам, и наш караван. Если вернуться к отоплению, обратите внимание, что нет никаких раздувов. Это все от того, что у нас система отопления Alde распределена по всему каравану. Теплый воздух греется снизу, благодаря тому, что антифриз ходит по всему прицепу. Вот сюда он заливается и распределяется по всему салону. Теплый воздух греется снизу, поднимается вверх, затем охлаждается вверху, опускается вниз, снова поднимается вверх, и таким образом происходит цикл, циркуляция воздуха. Из-за этого эта система отопления считается более комфортной, она приближенная максимально к домашним условиям, более предназначена для низких температур, то есть в минус 25, минус 30 проблем нет никаких. В случае с трумой, например, там есть сложности, такие как пересушивание воздуха, но, опять же, это решаем вопрос, то есть если вы точно уверены, что будете пользоваться зимой, конечно, лучше склоняться к Alde, но если вы все же понимаете, что это будет одноразовая акция, там, условно говоря, или несколько раз, или вовсе вы не поедете, то можно смело брать труму, не переплачивать деньги. И вопрос с пересушиванием также решаем, просто ставится обычный увлажнитель воздуха, и этот вопрос будет закрыт у вас. Небольшое сравнение, объективное, скажем так. Возвращаемся к кухонному блоку, сюда же входит у нас микроволновая печь Deo, стандартная по размерам, стандартная по функционалу, работает от 220. Шкаф мы уже посмотрели, с вами к нему возвращаться не будем, вы помните, что там стоит, бачок Alde. Что касается разделения зон в данном прицепе, это осуществляется с помощью межкомнатной шторы, которая фиксируется здесь. Штора закрывается полностью. Благодаря этому мы получаем две раздельные комнаты. Здесь можно положить детей, здесь могут лечь взрослые, либо наоборот, если
такое тоже бывает, в принципе. Эти кровати никак не совмещаются между собой. Я думаю, это логично, потому что дальше нас ждет санузел. Санузел, полноценная комната, там ни шкаф никакой, ни кладовая. То есть это полноценная комната, которой все будут пользоваться ежедневно. То есть здесь перегородить мы никак не можем это пространство. Слева и справа есть место для хранения вещей. Тоже есть подсветка сверху LED. Ящики открываются. Вот такие по объему. Я думаю, благодаря широкоугольной камере это все понятно. Более комфортная съемка стала у нас. Напротив друг друга, слева и справа, есть окошки. То есть эта комната, по сути, абсолютно симметричная. То есть здесь все выполнено в симметрии. Лично мне это очень нравится. Ну, все зависит, опять же, нужна ли вам такая конфигурация. Если это не устраивает, можно посмотреть другие варианты на нашем сайте 1caravan.ru. Но мы сейчас смотрим конкретно этот прицеп, поэтому будем говорить про него. Освещение также имеется здесь. Светодиодная сверху, снизу, ой, точнее, прошу прощения, с двух сторон вот обычные лампочки, как и в той комнате. Здесь же есть место для хранения, точнее, подключения телевидения. Тоже сюда ставится кронштейн, 220, 12, антенна, все это здесь имеется. Место для хранения под кроватями. Чтобы к нему получить доступ, мы должны поднять таким образом кровать. Видим, как его много, видим, опять же, отопление Альдо, вот так оно выглядит по всему каравану. Очень-очень здорово. Вот, места тут достаточно. Сюда можно дополнительное оборудование любое поставить при желании. И опять же доступ к этой нише. Вот, это улица. Оттуда мы с вами заглядывали 10 минут назад. Здесь мы видим коврики, про которые я рассказывал. То есть, чтобы боссом ходить, можно постелить ковры и без проблем с этим справиться. Так, переходим в последнюю часть нашего прицепа. Это... ведет нас к ней вот такая дверь. Входим в туалет, в туалетную комнату, в ванную комнату, скажем так. Вот, с левой стороны относительно входа в туалет мы видим кассетный биотуалет Тетфорд с электрическим смывом. Кассетный туалет Тетфорд с кассеты последнего типа. Тут же у нас имеется Альдо, продолжение идет ее. Труба идет и здесь, то есть это очень здорово, потому что здесь можно посушить будет вещи, здесь будет, не будет стоять влага после душа, то есть окошко можно тем более открыть, вот оно надо мной находится. Здесь полки для хранения полотенец, например, или каких-либо принадлежностей, касающихся именно ванной комнаты. Здесь мы видим раковина пластиковая с горячей холодной водой. Зеркало, вот так выглядит зеркало в нашем караване, в туалетной комнате. Ну и последняя часть, это вот такой вот душ, душевая кабина с удобной дверью, не нужно никуда ее дергать. Здесь фиксатор находится, здесь можно ее зафиксировать, вот он. Зафиксировали, соответственно, дверь уже никуда не денется. Немножко нужно поправить было просто. Вот, душевая кабина. Если брать по углублению, кажется, не очень большая, но при том, что здесь есть еще вот такой вот, скажем так, порог, очень удобно умыться, можно разместиться, размахивать локтями, скажем так. Поэтому, я думаю, вполне достойно по размерам. Не буду врать, замерю размер. По диагонали сразу скажу размер от этого угла до этого угла. Соответственно, ну, чтобы было понимание, я думаю, конкретно углубление замерять нет смысла, потому что все равно ноги-то точно у всех сюда вместятся, даже если у вас 50 размер обуви. Здесь мы видим лейку. Вот такая вот леечка. Ну, собственно, все по данной части прицепа. Так вот, зафиксировал я, дверь у нас уже никуда не денется. На ходу очень удобно, чтобы не дергалась. Но чтобы закрыться, мы должны ее убрать вот таким образом. Все. По данному прицепу все сказал. Если у вас остались какие-либо вопросы, можете их оставить в комментариях. Можете позвонить по телефону, указанному в описании. Всем спасибо за просмотр. Всех ждем на нашем сайте 1caravan.ru. Ждем также у нас в Янино. Это Санкт-Петербург, Ленинградская область. Янино 1, улица Шоссейная, 50А. 2 километра от Кольцевой. Всем спасибо за просмотр. Всего доброго. До свидания.